Девчонки, сегодня будем делать массаж сухой щеткой. Щетки бывают разные, есть такие с ручками, есть вот такие кругленькие у меня, они с массажными фрикциями такими. Массаж хорошенечко разгоняет кровь, кожа выравнивается, становится более плотнее. Также это профилактика варикозного расширения вен. Такой массаж способствует выведению воды из организма, снимает отечность, отлично сглаживает растяжки. Массаж сухой щеткой желательно делать именно перед душем, когда вы только проснулись, с утра, например. Это хороший вариант для подготовления к кремам, маскам. Например, можно после такого массажа нанести антицеллюлитный крем. Он будет в разы лучше работать. Хоть и массаж сухой щеткой достаточно бережно воздействует на кожу, противопоказания все-таки существуют. Это любые повреждения кожи, всякие царапины, ссадины, варикоз, а также экземы, папилломы, родинки. Если у вас есть какие-то вот такие ссадинки, обходите эти места стороной. Ну что ж, мы приступим. Берите щеточку и поехали. Начинаем массажным линиям снизу вверх. Берем, ставим ножку и прямо вот так носочек, ставим вверх. Можно пяточку тоже захватить. Это приятно, особенно там, где кожа более грубая, это приятно. Дальше ведем такими маленькими поглаживанием. Это должно быть не больно. То есть выбирайте щетку, когда вы выбираете, попробуйте, чтобы щетинка, она была не слишком жесткая для вас. Выбирайте под свою чувствительность. Избегаем, когда мы работаем щеточкой, избегаем именно зоны лимфоузлов, то есть под коленкой. Не делаем. Ведем сюда. И здесь, кстати, внутренняя поверхность бедра, она проводите очень легко. Отлично. И когда вы уже дошли до ягодицы, захватываем ягодицу вот так. Отлично. На каждую зону, например, зону ягодиц, где-то по 2 минутки нужно уделить. Вы засекаете и проводите. Если немножко есть покраснение, это нормально. Но такого жгучего жжения не должно чувствоваться. Что ж, как только вы сделали одну, приступаем к другой. Опять же, сначала от носочков ведем. Захватываем пяточку. О, это приятно. Особенно, когда массажная щетка. Вот такие массажные щетки кругленькие, как у меня. Ими удобно прорабатывать именно животик, ножки. Если у вас щетка такая, которая с ручкой, там удобно, конечно, спину. Потому что, ну, по сути, с ручкой удобнее достать до спины. Поехали. Гоним лимфу вверх. Отлично. Коленку не захватываем. Под коленкой имеется в виду. И вверх. Отшелушивает ороговевшую кожу. Кожа регенерируется, восстанавливается. Конечно же, вместе в совокупности с тренировками и с правильным питанием, с дефицитом калорий, целлюлитик будет уходить отлично. Такой массаж можно делать комплексно. Вот, например, вы делаете каждый день в течение, ну, скажем так, нашего марафона 21 дня. Либо вы можете делать на постоянной основе, там, 3-4 раза в неделю. Поехали, ягодицу проехали. Отлично. Мы не работаем в паховой зоне. Под мышками мы тоже не работаем, и под коленками не работаем. Касательно животика, по часовой стрелке проводим. И вот так вот разминаем хорошенечко. Сначала, когда вы только начинаете делать массаж, немножко, то есть все должно быть постепенно, чтобы кожа привыкла. Бока. Отлично. Руки, девчонки. То есть прямо с ладошек начинаем, с пальчиков. Вот такой своеобразный массажик. Потом вообще можно взять маску всего тела. И хорошенечко ведем сюда. Здесь кожа у нас более нежнее, чем на этой стороне, поэтому здесь более легкие такие нажатия. Потом сюда. Отлично. И вверх. Кожа будет подтягиваться, тонизироваться.
Особенно с вот этой стороны внешней. Хорошенечко можно поднажать, а здесь аккуратненько. Здесь у нас вообще нежная кожа. И так как у нас гравитация сверху вниз, значит, мы стараемся все это делать наоборот, в другую сторону. Отлично. И то же самое проделаем с другой ручкой. Сначала эту сторону ладошки, тыльную ладошечку. Ладошечку приятно, такой массажик. И ведем. Особенно если у вас такая структура тела, где скапливается, например, жирочек локально, вот там на ручках или на бедрах, то эту зону прорабатываем больше, чтобы там сильнее ускорялось кровообращение. Это, кстати, единственный такой вариант, когда можно именно повлиять на зону. Какую-то зону убрать невозможно, даже если много кто говорит, вот я буду качать руки. Если качать руки, то руки увеличатся. А если хочется, чтобы они уменьшились, надо их как бы... воздействовать другими косметическими средствами. Смотрите, здесь у нас идет грудь, и проводим сверху вниз, к сердцу, по линиям к сердцу. Опять же, очень нежно. Когда нежно проводим, достаточно приятно. Да, отлично. Участки кожи более чувствительные, некоторые менее, поэтому сразу чувствуется, когда ты проводишь. И со спиной мы тоже проводим вот туда, вниз. То есть берем и ведем от лопаток вниз. У кого щетка с ручкой, тому более удобно это все делать. Отлично. И в другую сторону. Что очень приятно, что это самомассаж можно сделать в любое время, даже если вы куда-то уезжаете, щеточка эта маленькая. Так что можно делать постоянно этот массаж, и кожа будет уплотняться, становится более упругой. И, конечно же, там, где у нас ускоряется кровообращение, у нас естественным образом уходит жирочек, потому что ему просто там негде зацепиться. Поэтому отличный вариант, как для дополнения к другим методом борьбы с целлюлитом, с лишним весом. Конечно же, все должно быть в совокупности. Если вы будете делать только массаж сухой щеткой, конечно, это лучше, чем ничего, но такого прямо вау результата не будет. Важно, чтобы вы питались правильно, держали дефицит калорий, если вы хотите похудеть. И, конечно же, тренировки, особенно силовые, функциональные. Вот. Так что, девчонки, обязательно делайте тренировки, обязательно смотрите, придерживайтесь правильного питания, свою норму калорий, и тогда у вас всегда будет стройное, подтянутое тело.